Привет! Приготовим сегодня морковные котлеты. Итак, морковь моем, чистим, измельчаем в блендере или трем на терке. Добавляем яйца, солим, добавляем манную крупу. Она возьмет лишнюю влагу и котлеты не будут растекаться. Тщательно перемешиваем все ингредиенты. Формируем котлеты, выкладываем их на разогретую сковороду с растительным маслом. Жарим по 3-4 минуты с каждой стороны под крышкой. Морковные котлеты вкусны как в горячем, так и в холодном виде. Подавать их можно со сметаной. Полный перечень ингредиентов ты найдешь, как всегда, в описании к этому видео. Я желаю вам приятного аппетита! Пока-пока!